Да. Карлина так прыгает. Мальчик, сдай меня. Сейчас мы вам быстренько-быстренько покажем. На самом деле делается очень легко и просто, если смотреть и делать внимательно. Всем привет, ребят. Наконец-то снимаем влог. Девчонки, вы мои девчонки. Мы с папой поедем по делам, вы остаетесь дома. Нам вы идете это... Нам нужно отправить посылки, да, нам нужно потом поехать к Каролине купить платье. Не платье, а вот, да, костюм для балета. А это что, тоже слайм? Угу. Да, это мой баттер слайм. Баттер слайм. Это Ксюшин баттер слайм. Так что вам задание, мои красавицы. Опять? Да, чтобы дома было чисто. Оно нормально, ничего такое. Чтобы дома было чисто, чтобы постельки заправили. Хорошо? Пропылесосили, пылесос там, водичку нальете. Я не умею. Ты уже заправила? Что-то плохо ты заправила. Я вам буду звонить. Так что занимайтесь делом, понятно? Ой, какой сегодня день хороший, солнышко светит. Чего? Ты чуть не упал? Там скользко. Это лед. Ты снег нашел? Нет, кидать не надо. Ах ты хулиган. Пойдем в машину. На улице тепло. В принципе, не холодно. Солнышко светит, греет. Заходи, холодно, в майке стоишь. Пока. Скользко? Ну-ка, покажись. Красавица. Тебе нравится? Да? Ну что, мы взяли такой вот костюмчик для балета. Нравится? Да? Такая вот такой, в таком они костюмчике должны танцевать. Еще чешечки тоже взяли. Ну что, как вы тут одни без нас? Йогу, Лео, дыхали. Бай. Мы уже сходили за продуктами. Только приехали. Порядок навели. Почти. А че игрушки Карлина не убрали? А ты чего теперь? Это твоя, что ли, теперь кофта или что? Или ты просто взяла поносить? Она тебе подарила? Да, я ей подарила. Подарила кофточку, а что, она тебе маленькая? Она очень сильно... Высокий? Да, она сильно высокий. Понятно. В общем, мы это купили... Каролине. Да, купили костюмчик для танцев. Не знаю, как он называется. Ну, в общем, юбочка и бодик. Вот такая вот юбочка. Будет как у всех. Да, они одинаковые теперь, девочки будут там все. Вот это? Это... Намерила? Да, намерила там. Вот это бодик. Белый боди. И это такая... нет, это не колготки, это кофточка. Коротенькая, да, накидка. И тапочки. Ну, как чешки, да, как они называются, специальные чешки. Когда Карлина вырастет и еще будет заниматься, они будут называться пуантами. Да, ну пока это чешки. Короче, похоже, что... Нам дали один бодик бесплатно, потому что их здесь два. Вот один бодик и вот второй. Просто один поменьше, мы его мерили сначала, он на 4 до 6. И он нам оказался прям вот прям впритык. И я сказала, чтобы она дала побольше. Она дала побольше, и она нам положила в пакет два. Так что вот так вот, ребятки. Вот, получается, вот он бодик. Это кофточка, если вдруг будет прохладно. Такая коротенькая. И такие вот чешечки, еще юбочка. И еще один бодик, который нам по ошибке запихнули. Ну, в общем, если получится, то мы ее вернем, его вернем.
Если там где-нибудь поблизости окажемся, будем проезжать, то вернем. Потому что он как бы нам все равно маленький. Вот так вот. И знаете, сколько это все стоит? $150. Ну, если в доллары перевести, это кошмар. Это ужас вообще, честное слово. $150 вот за вот это вот. Только за вот это. $150 за раз, два, три и четыре. За четыре. Это вам вот такая вот Швейцария. $150 за вот эту одежду. Конечно, она очень качественная. Видно, что она хорошего качества, но все равно я считаю, что это дорого. Дороговато. Это... А что это? А, я думала, это порвано. Это специальная дырочка, чтобы просовывать. Я думала, ничего себе, так дорого, еще и дырявая. Это оказывается... Ну вот, это просовывать нужно, ремешочек вот этот. Просовываешь вот сюда и завязываешь на спинке. Я уже думала, ничего себе. Как она может быть с дыркой? Такая дорогая. Сделана в Таиланде, между прочим. Вот так вот, с Таиланда. 90% хлопок и 10% спандекс. Надеюсь, не сядет после стирки. Вот так вот. Так что балерина наша готова. Чем будем заниматься? Папа ушел с малышами на улицу, а мы сейчас будем разбирать сумки и готовить кушать. Да? Быстрее, потому что скоро стемнеет. Где вы будете кушать? А, у подружки? Кебаб пойдете купите, к ней пойдете кушать? А, хорошо. Только сразу, как купите, сразу домой. Сейчас будет темнеть уже. Как купим? Ну вот, я говорю, купите кебаб и сразу домой. Сразу домой, потому что Альба боится тебя. Как дальше можно это делать? Это вот. Ты должна искать. Я это уже нашла, но не знаю, как это делать. Угу. Вот это вот. Это. Вот так. А почему она сжатая опять? Нет, потому что это так должно быть. Да, это должно так быть. Что у тебя там получилось? Наконец-то Ксюша сидела. No. Она сначала сидела, сама разбиралась. Я потом нашла ей видео на Ютубе. Туториал нашла ей на Ютубе. И она... Теперь у нее получается. Теперь ты знаешь как? Любой эффект добавлять. Молодец. Сколько ты мучилась-то, бедный ребенок. Надо взять видео. Вот видео. Что ты собираешься делать? Туториал для вас. Для нас? Для меня не надо. Для вас. Для ребят? На ТикТок. Yeah. Вот на такой TikTok. Вот туториал, смотрите. Вот такой вот. Как это делать? А это какая-то программа? Это программа Star Video. Или Video Star, да. Video Star. Ну, давай. Вот так вот. Вау, такой большой? Это ты кому нарисовала? I love pink fluffy unicorn dancing on rainbow. Вот. А, это же с видео, да? Что-то на ежика похож. Это шучу. А этот на мишку похож. Это кто? Это юникорн? На мишку похож. Этот похож на ежика, а этот на мишку. А это? А это на сердечко. Ну-ка, давай еще раз. И наш шпагат. Тебе точно на балет надо. Ты, мне кажется, зря на плавание хочешь пойти. Тебе на балет надо. Ты будешь плавчихой.
Плавчихой будешь? Да. Угу. Ты у меня будут медали висеть. Медали? Нет, тебе надо на балет точно. Нет. Да. Это скучно. Ну, у тебя хорошо получается. Я даю так делать. Угу. Потом опять. Потом они вот так вот. Да. Карлина так прыгает. Ты на индейца? Нет, она на индейца похожа. Совсем уже. Ну-ка, ребят, на кого похожа Ксюша? На одуванчик, скажите же, который уже отцвел и который уже белого цвета. Дунешь и разлетится. Ну-ка, вот так вот. Сейчас. Вот, одуванчик. Ну-ка, давай еще раз. Каролин, ты что, травоядная у меня? Блинчики тут у нас. Да. Я цветочек, оставь меня. А ты делаешь, как это? Папа, абри эсо. Абри эсо. Эй! Я хочу одуванчик дуть опять. Мне понравилось дуть одуванчик. Давай. Ну давай, попроси. Подуй меня. Нет, ты ж я одуванчик, сдуй меня. Мама. Папе, сделай одуванчик. Я ему сделаю. Ну еще. Эх, полиндиан. Ты одуванчик. Ксюша, ты как придумаешь, мама! Честно. Мам, иди сюда. Что, Ксюшка спит уже, что ли? Угу. Да ладно. Не трогай, не трогай. Не трогай ее. Чему шлёдки зойчик спит? В общем, ребят, где эта открыточка? Показывай. Попросили, чтобы мы засняли видеоурок, как же ее делать. Угу. Сейчас мы вам быстренько-быстренько покажем. На самом деле делается очень легко и просто, если смотреть и делать внимательно. Кажется, что это очень сложно, угу. Да, как вот так вот делать, чтобы она так вертелась. Да. На самом деле это очень просто, поэтому мы сейчас быстренько вам покажем. Да. Раз уж вы просили, то мы это сделаем, да? Да. Я надеюсь, мы Ксюшу не потревожим. Ну, потихонечку. Но все-таки я решила попробовать сделать из тонкой бумаги, посмотреть, как она получится, какого качества. Так, какую вот эту вот часть мы будем делать. Да, вот эту вот. Вам понадобится отрезочек бумаги 9 на 20. Мы складываем этот листочек пополам. Вот так вот. Так, все, сложили листочек, теперь раскрываем, берем линейку, с этой стороны отмечаем 5.5 миллиметров, вот 5 сантиметров, 5.5 сантиметров, точечку поставили, теперь с этой стороны тоже 5.5, также снизу 5.5. И здесь тоже. Теперь вот так вот соединяем. Раз. И эти. Так, вот смотрите. Теперь что мы делаем? Мы берем, по этим линиям складываем. Вот сюда. Раскрыли и другую точно так же.
Вот что у нас получилось. Теперь мы хорошенько вот эти вот уголочки проходим. Вот так вот. Видите? И теперь берем, вот так вот ее складываем. Ракета. Ракета. Да. И должно получиться домик. Угу. Домик с крышей, да? Затем мы берем следующий отрезок, 9 сантиметров на 26, и делим его 4 раза по 6,5 сантиметров. Вот таким вот образом, по 6,5 сантиметров. Детальку складываем гармошкой. Сначала наверх, потом вниз и наверх. Получается вот такая вот у вас гармошка. Далее вам понадобится отрезочек 10 сантиметров на 30. Сложим пополам. Сложили мы его пополам. Теперь наши детальки все готовы. Вот первая деталька. Вторая. Такая вот гармошка. И третья. Такой вот домик. И третья вот такой вот домик. Ну что, теперь нам понадобится клей, и будем все это склеивать. Можно попробовать украсить вот эту деталь с размером 6 на 8,5. И можно наклеить вот сюда, чтобы было посимпатичнее и поярче. Ну, это, конечно же, по желанию. Либо можно сразу клеить какие-то фотографии. Так, начинаем обклеивать. Так. Чтобы у нас было посимпатичней. Как раз ты же хотела, да, там такую? Угу. Ну вот, можно такую открыточку подарить кому-нибудь. Можно приклеить ее в свой дневник. Или чем там. Скрабок. Скрапбукинг, дневничок, подарить маме, бабушке, подружке. Вот, она стала немножко поплотнее. Такая вот гармошечка. Так, дальше. А у тебя что с лицом? Это последствия съемки видео в этот, в ТикТок, да? Ты знаешь, что тебя теперь долго это будет проходить? Угу. Вот в школу пойдешь с усами и с бородой. Куда пошла? Я решила украсить внутреннюю сторону и этой детали. Вырезала вот таких вот два отрезочка. 9,5 на 14,5. И приклею вот сюда. Получилось? Конечно же, можно было немножко обрезать и побольше. Можно было сделать не 9,5 на 14,5, а 9 на 14. Попробуйте сделать, тогда края будет видно лучше. Можно попробовать 9 на 14. Что мы делаем дальше? Здесь мы делим пополам. Серединку отмечаем линеечкой. Так, вот эту часть, где у нас идет изгиб, там, где складывается у нас открыточка, мы делим ее пополам. Если она у нас 10 сантиметров, значит, мы отмечаем вот здесь вот 5 и оставляем точку. Теперь мы берем наш домик и вот так вот мы его приклеим посерединке, прям возле вот этой точки, чтобы вот этот уголочек, он был возле этой точки, посерединке. Маргарита мне тут оставила одну, приходится самой снимать. А штатив не могу найти. В общем, намазала я клеем. Вот только вот этот треугольничек мажем. Вот это мы не мажем, только треугольничек. И теперь приклеиваем.
Самое главное, чтобы вот этот уголочек, он не касался вашего изгиба. Тогда, если вы приклеите прямо на сам изгиб, открыточка ваша закрываться не будет. Нужно чуть ниже изгиба. Следующий. Точно так же мы мажем и вот этот треугольничек, чтобы приклеить вторую сторону. Намазали. И теперь берем, просто закрываем. Ну что, проверяем. Вот видите, как оно у нас теперь открывается. Вот так вот раз, раз. Теперь открываем до конца. Складываем, выгибаем вот эти линии в обратную сторону. И складываем. Вот так. Ребят, теперь самое главное внимательно, видите? От этого конца, так, вот от этого конца и до этого. У нас 10 сантиметров. Мы должны отметить серединку. 5 сантиметров. Отмечаем серединку. Теперь берем, выше подавай. Теперь берем нашу последнюю детальку. Вот этот сгиб. Подкладываем прям. Сюда чуть поближе. Нет, да, вот так. Теперь мы прикладываем ее вот этой нашей серединке. Теперь берем вот эту часть, загибаем сюда. Смотрите. Теперь чертим вот этот. Так, чертим здесь линию. Смотрите, вот эту часть и эту часть. Вот эту часть мы можем клеим. Эту часть приклеиваем. Теперь вот сюда. Теперь идем в эту сторону. Точно так же загибаем. И мажем клеем вот эту. Приклеиваем. Идем и складываем. Хопа. Вот и все. Открыточка у вас получилась. Раз, раз, раз. Так что, ребятки, надеюсь, вам было все понятно. Если непонятно, то перематывайте обратно, слушайте, останавливайте на этом моменте, делайте, и у вас обязательно получится. Обязательно. Да. Не обязательно нужен картон на простой тоненькой бумаге, цветной, либо белой. Потом можете украсить вот такой вот цветной бумагой. Можно сделать эту открыточку. Получится она очень хорошая. Не, ну, конечно же, она получается мягенькая, но все равно. Да, вот получилось из картона. Она просто плотная. Если, конечно же, вы делаете на подарок, то оно лучше из картона, потому что оно сохранится, подольше будет храниться. И а если вам куда-то клеить, в свою там тетрадочку, в дневник или еще что-то. Ну, в общем. Можно делать, как хочешь. Да, можно делать, как хотите. Если картона нет, то делайте из простой бумаги. Получается, в принципе, то же самое. Просто одна мягче, другая плотнее. А мы на этом заканчиваем наш влог. Ксюшка спит. Ей все равно. Маргарита, давай спать. Все. Ладно, давай, я буду сейчас видео монтировать. Этот влог надо смонтировать. Потому что ребята очень ждут, уже спрашивают, где влоги. Уже 4 дня влог не выходил. Поэтому мне сейчас нужно его смонтировать и спать. Все? Пока-пока. Давай спать. Все, ребятки, пока-пока. Спокойной ночи. Пока-пока.